Реконструкция здания, в котором расположится новый центр предоставления административных услуг, началась в 2017 году. Центр состоит из двух частей – фронт и бэк-офиса. В первом будут принимать граждан, а во втором расположатся представители служб – миграционной, земельной, фискальной и других, которые будут обрабатывать обращения. Чиновники объясняют, действующий центр предоставления административных услуг не отвечает современным требованиям, поскольку расположен в двух маленьких комнатах, а принимает в месяц до 900 человек. Финансируется на сегодняшний день он с двух источников. Это государственный бюджет и районный бюджет. Сегодня выполнены работы по второму корпусу, который мы называем бэк-офис, где будут находиться службы. Выполнено 95%, у нас остались там совсем маленькие доработки. Во втором корпусе здания заменили крышу и внутренние коммуникации, утеплили фасад, установили окна и отремонтировали помещения. Осталось доделать крыльцо и оборудовать его пандусом. Бюджет на проведение ремонта составил порядка 37 миллионов гривен. После завершения реконструкции центр будет оказывать порядка 75 услуг. Глава района заявляет, проведение реконструкции – результат успешной реализации реформы децентрализации. Сегодня мы говорим, и мы с вами являемся свидетелями, когда эта реформа в действии. Мы сегодня видим на территории всей Харьковской области объемные строительные, капитальные реконструкции, проведение всевозможных работ, которые позволяют нам сегодня качественно улучшить обслуживание населения. В здании нового центра предусмотрели также служебное жилье. Завершить ремонт рассчитывают до конца года. Юлия Белая, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».